встает. Миша. Вот вам. Зовите еще. Дима. Дима. Вышел. Какой хороший. Разбудили моего мальчика. Дима. Мое имя отвлекается. Это бурый кавказский медведь. Он такой белый. Он такой белый из-за того, что у него здесь солнце много. Он выгорел. Просто. Выгорел. Тим, ты это тоже. Потом написали. Помогите. Вставай. Ты молодец. Тима. Тим. Тима. Кидай уже, блин. С рукой кушай. Не обманывай. Тима, лапу дай. Не обманывай. Лапу дай. Вот так вот. Кто там фотоаппарат уронил? И котята тут же опять обид заберутся, как всегда. Лапу дай. Нет, Тим, другую. Ого-го, Тима, постесняйся. Тима, постесняйся. Тимка, постесняйся, как ты. Постесняйся. Ты молодец. Еще есть сосиски? Есть. А вот это не будет? Да. Опасно. Сейчас надо ее открыть. Да что ж вы, господи, медведя дразните. Это ж медведь, его нельзя дразнить. Тимка. Найди штаны. Маша нашла то поле. Нет, Тима, нюхай. Так, это вам сдача. Самый момент такой. Тима. Тимка, вернись. Тим, иди сюда. Иди ко мне, мой мальчик. Тимочка. Тима. Тим. Надо батарею еще тогда в магазин. Вставай. Нет, Тима, вставай. Тима. 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 Не, ему все, упустили медведя. Она волнуется, потому что ей внимание не уделяет. Тимка. Тима. Ти. Вставай. Тим, давай. Молодец. Да. А кто наш друг? Да, и на видео. А давай лапу. А, ты не видел, поэтому будешь. Да? Ладно, хорошо. Смотри. А постесняться? Тимка, покрутись, Тима, покрутись. А сделал там? Покрутись. Смотри, как он танцует. Ой, как он танцует. На, еще. Может, котята сейчас быстро подберут. Кто за кошай толстый? Нет, косни там. Давай еще. Тарасан. Накрыто пиво пью. Он в зуб, да. Ничего он вытащит. Нет, соображает. А он тут котами не питается? Время от времени. Не, вы... Если вы сейчас коту скормите сосиску, он это запомнит. Потом сожрет кота. Кот фаршированный сосиской, это вкуснее, чем кот не фаршированный сосиской. Просто сосиска. Тима, давай лапу. Постесняйся еще раз, Тима. Котечка. Он прям из цирка, что ли, дрессированный какой-то? Нет, он из заповедника, самого с центра. Его привезли маленьким совсем. Вот таким щеночком. Медвежонка. А девочку не угощают, только его? Нет, у нее специальный рацион свой. Ее сосисками. Ее нельзя. Это у нас сосисочный маньяк. Понятно. Тим. Она еще нормальная. Понятно. Давайте лапу. Тима, лапу дай. Лапу дай. Ну, что-то. Лапу. Тима, лапу. Тима, повернись, Тима. Сейчас он еще достанет. Сосиска.
Тим. Тимофей, сколько у него там рыбы было? Вот там, видишь, там. Тимофей, повернись, повернись. Ты красавец просто, да. Мечи, мечи. Ты молодец, да. Тимофей, постесняйся. Постесняйся. Ой, ты молодец. Ты молодец. Ну, лапка, лапка, да, ну лапка. Что? Сейчас, нет, лапа она жесткий, жесткий, сухой волос. Хочешь почесать пузо? Посмотри, отпечаток у него такой лапы. Тима, выше лапы. Выше, 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 выше. Получилось. Еще есть? Тимочка, Тим, лапу. Выше, 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 выше. Ой, молодец. Ты красавец. Вот такой вот отпечаток. Видели? Это один из крупнейших медведей вообще. Ты сосичная душа. Да. Но он тоже редкий такой. Что? Редкий. Бурый кавказский? Нет. Его очень много. Очень, очень. Будешь сюда? Очень-очень-очень его много. А может ты? Так, у тебя сосиски есть? Последний вот осталось. Ну вот. Давай ему все, а то он что-то настропалился уже как-то. Не тяни только, не тяни. Да я знаю, животное нервничает, все. Все. Молодец, Тимка. Тимка, молодец. Ты молодец, да? Ты молодец. Ты хороший медведь. Интересно, а конфеты ты ему можно? Понял, что все, больше ему ничего. Второй нервничает, этого кормят, а вот. Машка, она жарко его просто. Виталий, как конфетки можно? Не надо ему конфетку. Надо? Ну, сладко ему не нужно, медведю конфеты. Хорошо. Сами будем кушать. Так видишь, нельзя тебе. Все, все. Конфетки нет. Бира. Смотрите, у него сало лежит, сало не есть, а сосиски это так. Развлечение. Перебить. И вот я вам с дороги сами не советую. Ну, мало ли, оно в тепле. Бутерброды с колбасой. А медведи, между прочим, очень слабый желудок. Слабый, 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 да. Настолько слабый, что он не ест сырое мясо, а если он находится, то он прячет добычу, ждет неделю, когда оно потухнет мясо, и только потом ест. Желудок не выдерживает. Основной его рацион – это зелень, лопухи, корешки, ягоды и все-все-все остальное. Стул для Машки, она раньше лазила на него. Пойдемте к Машке, она сейчас сама.